Так, ну что мы здесь видим? Ну, я не размораживал холодильник, вот конкретно вот здесь. Это морозильная камера. Ну, где-то около года. То есть, сам холодильник я размораживал. И он быстро размораживается, потому что вот ну, по задней стенке она очень там тонкий слой. И быстро размораживается. И, естественно, быстро моется. Как вы поняли, это холодильник саморазмораживающийся. Но в верхней части, естественно, ничего не размораживается. А вот тут специальный бортик для того, чтобы его разморозить и потом все отсюда убрать. А в нижней же части мы помним, что все стекает внизу по стенке. И вот здесь уже, вот где-то вот там, стекает все в контейнер. И теоретически холодильник, ну, можно как бы не размораживать, потому что он сам размораживается. Нужно его, конечно, мыть. То есть полочки дезинфицировать, мыть. А как бы намерзание там, на задней стенке, если холодильник исправлен, не происходит. Но в верхней части вы видите, что здесь практически наступил коллапс. Как в верхней части тут не менее 3 сантиметров наморозилось за целый год, так и в нижней части здесь уже тоже огромный слой. Посмотрите, тут уже и остатки контейнеров, и что тут только нету. И это все нужно разморозить сейчас и полностью удалить остатки льда, остатки снега и хорошо все продезинфицировать, ну, например, пищевой содой, хорошо все протереть. Зачем это делать? Я знаю людей, особенно пожилого возраста, у которых на даче холодильник не размораживался, ну, лет, не знаю, 10. У них вот такие наслоения я лично видел. И сейчас я расскажу, зачем это нужно, как это опасно для самого холодильника и, возможно, для чего-то еще. Производители рекомендуют размораживать морозильную камеру один раз в год. Некоторые производители рекомендуют размораживать камеру два раза в год. Еще это сильно зависит от влажности вашего помещения. Если количество здесь льда будет увеличиваться максимально быстро за год, это значит, что у вас повышенная влажность помещения. И эта влажность конденсируется здесь в середине, во время открытия-закрытия. Также производители говорят, что при большом наслоении вот этого льда и снега энергопотребление холодильника увеличивается. Себя еще добавлю, что размораживать холодильник необходимо для того, чтобы его помыть от пыли, вот впереди, дальше, от остатков пищи, контейнеров и так далее. Вот видите, остатки какие-то, даже мясо остатки, тут маленькие кусочки. Капала кровь и все, что с этим связано. Вот вверху грязное что-то течет, надо посмотреть, что это. Для этого также нужно размораживать холодильник. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Пишите комментарии, делитесь с друзьями данным видео и будьте здоровы!